Виолетта. Привет, Маша. В интернете сидишь? Да. А ты знала, что в конце сентября в России отмечается День интернета? Нет, ну здорово, что есть такой праздник, потому что интернет – это круто. Я без него вообще жизнь не представляю. Интересно, а взрослые часто пользуются интернетом? Что они в нем делают? Давай узнаем. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы часто сидите в интернете? Ну, иногда, да. Бывает. А что вы там делаете? ВКонтакте. А вы часто сидите в интернете? Нет. Почему? Потому что интернет нужен только для какой-то информации нужной. Спасибо. Нет, часто не сидим. А почему? Некогда, работаем. Вы часто сидите в интернете? Часто. А что вы там делаете? В Одноклассниках. Всякие истории, всякие рассматриваю, новости смотрю. Да, бывает. А что вы там? Всей семьей. Что мы там делаем? А мы там слушаем песенки, смотрим мультики, сказки слушаем. Да? Читаем новости, полезную информацию. Вы часто сидите в интернете? Нет, времени нет. Вы часто сидите в интернете? Нет. А почему? Работаю только. Вы часто сидите в интернете? Нет. А почему? Читаю это бессмысленные глупые задеи. Постоянно. А что вы там делаете? Я смотрю новости. Может, что-нибудь интересненькое в мире делается. Вы часто сидите в интернете? Нет. А почему? Ну, как-то времени не столько хватает. Часто. Каждый день. А что вы там делаете? Ну, я работаю и смотрю там то, что мне нужно. И в Одноклассниках сижу. Ну да, это болезнь. А что вы там делаете? Да ну, как-то ничего, новости читаем. А вы? Уроки делаю. Вы часто сидите в интернете? Да. Да. Что вы там делаете? С друзьями общаемся. А вы часто сидите в интернете? Часто. А что вы там делаете? В Одноклассниках общаюсь. А я слышала, что в январе отмечают праздник День без интернета. Да, праздник народ может любой придумать. Ох уж эти взрослые!